И сегодня стали известны варианты будущей въездной стелы столицы Золотого кольца. Определить финалистов смогут сами горожане. Из 52 проектов уже отобраны 10 лидирующих. Информацию об этом опубликовал губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети. Там представлены первые фото будущей стелы. Итоговое решение будут принимать жители, мы с вами. В ближайшее время начнется голосование. По словам главы региона, въездной знак – это первое, что видят туристы, которые приезжают в Ярославль на автомобилях. И он сразу должен настраивать гостей на восприятие города.